Гражданин, которому исполнилось 20 или 45 лет, обязан поменять паспорт. Срок оформления нового документа раньше составлял от 10 до 30 дней. С июля срок сократили до 5 рабочих дней, независимо от места жительства гражданина. При этом старый паспорт остается действительным еще 90 дней, в течение которых происходит получение нового документа. С октября этого года добавились и другие новшества. Такие же изменения были внесены в отношении граждан, которые поменяли свои персональные данные, фамилии, имя, отчество. Это то есть те, кто вступили в брак, расторгли брак, либо просто изъявили желание поменять какие-то свои данные, фамилии, имя, отчество. Теперь их паспорта также действительно 3 месяца, и есть возможность в течение 3 месяца, 90 суток, обратиться за заменой паспорта. Еще одно новшество – это право гражданам самостоятельно принимать решение о необходимости проставления в паспорте следующих отметок: о регистрации или расторжении брака, о детях, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН. Неизменным остается одно оформление главного документа гражданина через портал государственных услуг. На портале государственных услуг он может отслеживать все операции, которые производятся его паспортом. То есть это принятие, оплата госпошлины, не надо ходить в банки там или вводить какие-то госпошлины, начисляется автоматически на личной странице портала госуслуг. И, соответственно, приглашаем гражданина на прием и оказываем государственную услугу. Так и поступил Дамир Никонов. Ему исполнилось 45 лет, и пришло время заменить паспорт. Через портал госуслуг подал заявление, оплатил госпошлину и в назначенное время пришел забирать новый документ. Через портал очень удобно, оперативно все происходит. Не надо никуда идти, все через сайт ссылки на оплату госпошлины. Вот. Ну и потом здесь, в подразделении, очень дружелюбные сотрудники все приняли, объяснили, рассказали. Так что доволен. С ним полностью согласна и жительница Самары Татьяна Морозова. Женщина также воспользовалась новшеством по замене паспорта, когда в документе обнаружила ошибку в фамилии мужа. Паспорт пришлось менять. Обратился на портал госуслуг. Мне буквально на следующий день пришло оповещение, что мне нужно явиться по этому адресу в 3-е окно с 9 до 12. Вот. Ну, я, честно говоря, была занята и проспала свое время. Вот. Пришла сегодня и думала, ну все, буду в очередях тут стоять. А оказалось все буквально прям 10 минут, и все, мне говорят, что уже даже сегодня я заберу свой паспорт. Отметки же о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской повинности остались обязательными. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.